На виадуке в столичном секторе Ботаника обрушилась часть ограждения, что представляет серьезную опасность для пешеходов. Состояние оставшихся перил также вызывает тревогу. Пока что из срочных мер безопасности организовали ленточку и временное ограждение. Узнаем у жителей столицы их мнение о ситуации. Действительно в опасности, же так нельзя, надо там забор сделать, же отсюда ходят дети маленькие. Деокамдата сигуранцев по на момент. Может такое случиться, очевидно, но я не думаю, что это что-то прямо страшное. Ну, исправят. Но я, в принципе, спокойно себя чувствую, даже с таким мостом. Redacția Newsmaker a solicitat o reacție de la șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicații a Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, dar nu a răspuns la apeluri. Apoi am cerut un comentariu de la purtătorul de cuvânt al primăriei, Vasile Chirilescu. Cu toate că a fost apelat în seara zilei de 3 iunie și o parte a gardului s-a prăbușit în ziua de 2 iunie, s-a dovedit că el nu este la curent cu situația. Я звоню вам по поводу виадука на Ботанике. Сломалось ограждение. Вам известно что-то об этом? Нет. Но вы... Скажите вы мне, что... На виадуке сломалось ограждение, упало вниз. И получается, заделали временным ограждением и ленты навесили. Починят, сразу починят. Если за ограждение там поломалось управление, которое занимается их вдруг дорогами и мостами починить. Завтра не поставят, будут новые ограждения. Инженерul Anatolie Omelco afirmă că gardul poate fi refăcut în cel mai scurt timp, chiar într-o zi. Potrivit surselor lui, prăbușirea în sine este un lucru obișnuit. К сожалению, стандартно такое бывает. Причина разрушения стала то, что за многие годы закладные детали и сварочные швы были повреждены, есть динамика. То есть периодически нужен все-таки осмотр и ремонт. Вот и все. Никаких серьезных разрушений на мосту нет, отсутствует угрозы обрушения мосту. Пешеходам временно будет неудобство на сутки-двое, и будет данный дефект устранен. Amintim că în urmă cu un an în zona viaductului s-a efectuat o prelucrare cu bitum pentru acoperirea drumului.